Привет! Вы на канале Вадима Карасева. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете в этот вечер понедельника. Ну, 27 число, как-никак. Май догорает, а у нас только разгорается политическая аналитика и разные сценарии происходящего. Обо всем об этом поговорим с известнейшим украинским политологом Вадимом Карасевым. Он на связи. Вадим Юрьевич, я вас приветствую. Добрый вечер. Друзья, наш формат разговора традиционен. Сначала мы как бы спрашиваем у вас, и в чате трансляции к этому видео можно проголосовать в вопросе. Потом, собственно, вы сможете задать вопрос и из сообщества YouTube, где я оставлял анонс, и, собственно, вы могли там обратиться заранее, ну и прямо вот из живого чата в прямом эфире Вадим Юрьевич ответит на ваши вопросы. Но для того, чтобы, ну, как говорят в Украине, там, да, ну и не только в Украине, не подмажешь, не поедешь. Поэтому давайте, давайте добавим подписчиков на канал «Говорит и доказывает Карасев». Ссылка в описании. Переходите, кликайте, следите и за прямыми, и не очень эфирами Вадим Юрьевичем. Ну что, опрос дня сегодняшнего. Какой саммит принесет в Украину мир? Варианты ответов. В Швейцарии без России в июне. В Саудовской Аравии. С Россией осенью. Бразильско-китайская инициатива некая. Без дат, но такая, в общем, интересная. Ну, еще один вариант, что никакой уже саммит не принесет мир в Украину. Все решит поле боя. Голосуйте. Уже более 1000 голосов мы получили. Лидер пока, майка лидера, очевидно, это... Вариант последний, но все может измениться во время эфира. Вадим Юрьевич, ну правда, сегодня сенсационно. Bloomberg сообщила о том, что Европейский Союз будет спасать саммит мира в Швейцарии и организовывает на осень с участием России в Саудовской Аравии. Как бы продолжение. Что думаете, насколько перспективно? Ну, во-первых, Европа будет спасать себя. Потому что если не будет найдено... Не найден будет какой-то вариант все-таки деэскалации, это возможно только через дипломатию разного рода, саммиты, конференции, переговоры, то тогда Европа может войти в большую войну по лестнице эскалации. И не исключено, по крайней мере, звучат уже такие угрозы, звучат такие мнения с использованием нестратегического ядерного оружия. По крайней мере, такие идут учения вот на территории Белоруссии, на территории Южного военного округа Российской Федерации. Франция вот, испытала ракету с ядерной боеголовкой, модернизированную. Ну, в общем, либо Европа будет скатываться, хотя не скатываться, а двигаться по лестнице эскалации в войну, ну, либо будут искать какие-то мирные решения. Понятно, что это будет сложно, это будет непросто, это завязано на множество факторов, как внутриполитических каждой страны, так и в целом Европы и мира. Но все-таки без саммита не обойтись. Вот там у вас говорят, на поле боя все решится, но все равно, даже если бы решилось все на поле боя, кстати говоря, оно не может решиться. Капитуляция одной из сторон. Потому что если выйти на параметры ядерного сдерживания или ядерного фактора, то здесь примерный паритет у Запада и у России. Но мы или же, если взять эконом... мы же не Запад. За нами-то стоит Европа. На что же, как бы, если бы она постепенно втягивается в войну, прокси-войну. Так, поэтому если учитывать фактор войны, то Европа и Россия, ну, Запад в целом и Россия имеют ядерный паритет. А если есть ядерный паритет, то победителей не будет. Будет либо ничья, совокупная ничья, Запад-Россия. Понятно, Украина здесь тоже в этой ничьи. Какая проекция этой ничьи на Украину, это уже другой вопрос. Как это скажется на Украине? В чем это будет заключаться ничья? Или заморозка там по линии
фронта, или какой-то другой корейский, финский вариант, или нейтралитет и так далее, но это уже другой вариант. Я говорю сейчас, ну, больше масштабирую ситуацию, так? Потому что саммит организует, ну, не только, не столько Украина, потому что саммит и швейцарский, это организует, в принципе, Запад и Украина для того, чтобы перевербовать глобальный юг, сделать его союзником и вместе выставить там какие-то условия для России. Но вот этот вариант не срабатывается, как мы видим. Да, конечно, там будут сейчас делаться усиленные попытки для того, чтобы ситуацию переиграть в свою пользу. Там мы готовим контрудар под Харьковом для того, чтобы вселить больше оптимизма вот в наших военных и не только военных партнеров и глобального, и стран глобального юга в то, что вот этот вариант швейцарский может сработать, что Россия опять может потерять Харьков там, или не только Харьков, быть выброшена за пределы Харьковской области. Но этот вариант, в принципе, он откладывает решение проблемы. А вот уже инициатива, о которой говорит Bloomberg, я пока подтверждения не видел, но это утечка такая, для того, чтобы прощупать варианты. Это уже не про, скажем так, капитуляцию одной из сторон, это то, чтобы все участники уже начинали вырабатывать какие-то общие принципы перемирия, и затем уже через какое-то время не сразу же будет мир. Сначала это режим прекращения огня, потом перемирие, а потом уже выходить на какие-то мирные договоренности или, как называется, всеобщее политическое урегулирование. Вы посмотрите, вот, допустим, война совсем другая, конечно, по масштабу, Азербайджан и Армения. Но до сих пор там окончательно вопрос не решен. Уже 4 года идет мирный процесс. Так? Поэтому вот так бы я на это посмотрел, еще раз подчеркнул, что с точки зрения ядерных потенциалов тут паритет. Поэтому сейчас война ведется конвенциональными, скажем так, методами. Она ведется по линии Россия-Украина, и Запад делает все, чтобы сохранился определенный, не полностью, но определенный паритет между Украиной и Россией, что дает возможность сдерживать Россию на линии фронта, не давать ей возможности наступательных ударов. Так, хотя там Россия имеет перевес в авиации, там на поле, ну, фронтовая авиация, так, перевес по снарядам и так далее. Но в принципе, если взять в совокупности, то война идет позиционная давно. Так, и есть какое-то превращение территории со стороны России, но оно не глубокое, а оно небольшое, несмотря на усилия. Ну, давайте смотреть, да, потеря Авдеевки – это плохо, там, потеря Клещевки – это плохо, потеря там Волчанска или еще не до конца потеря – это плохо, но это же небольшие тактические прорывы. Значит, Запад делает все, чтобы ситуация была в ничье. Но если Запад сделает усилия для того, чтобы нарастить свою военную поддержку Украине новейшими видами вооружений, которые Украина не получает, Тайвань получает, Израиль получает, Южная Корея там в свое время получала, то есть все союзники, как там, основные союзники США вне НАТО, они получают новейшие виды вооружений. Украина не получает новейшие виды вооружений, а если получает, например, хаймерсы там, или атакамсы, то в ограниченном количестве. Поэтому Запад, если взять вот с точки зрения конвенциональной войны, Запад ведет это все к ничьей. Чтобы там не говорили кто угодно, что вот задача Запада – это как там, нанести стратегическое поражение России, разрушить, деколонизировать и так далее. Вот Лавров где-то говорил. Так, нет такой цели у него. Нет такого цели, что курс Запада – поражение России. Нету такого. Сдержать Россию – да. Не дать захватить Украину – да. Что касается там Украина в НАТО, не НАТО, нейтралитет, неблоковость и так далее, это вопрос уже будет решаться, исходя из соотношения сил в конвенциональном плане между Россией и Западом, и Россией и Украиной, а потом Россией и Западом. Это что касается обычных видов вооружений. Но если Запад решит, например, там, бить по глубине, в глубину территории России, или увеличить кратно
дальнобойные ракеты. Хотя это сложно сделать, потому что это дорого, и их надо произвести. Но если, допустим, предположить, это два. Если закроют небо, например, над Западной Украиной для того, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку патриотов не хватает. Ну, ракеты, которые бьют по инфраструктуре, как военной, так и энергетической и так далее. То это тогда вступит фактор ядерного сдерживания, и здесь тоже паритет. Ну, тоже паритет. Так, если взять конвенциональные, обычные виды вооружений, я вам сказал, в чем паритет состоит. Несмотря на то, что у НАТО больше вооружений и так далее, более мощный блок, но НАТО не хочет воевать. Если воевали, паритет был бы нарушен. Но почему они хотят, не хотят воевать? Потому что тогда бы ядерный паритет вступил в силу, ядерное сдерживание вступило бы в силу. Вот почему они не хотят воевать и не хотят вводить военный контингент. Дальше, если взять экономическую составляющую, экономическую мощь, там, санкционное давление. Здесь тоже примерный паритет, потому что санкционной войной не удалось разрушить экономику России. Почему? Потому что сырую нефть покупал Китай, покупает Индия. Потому что обходят санкции, потому что параллельный импорт. Турция, центральноазиатские государства, Китай, Индия, другие и так далее. Вот почему все дело ведется к ничьи. Еще раз говорю, контуры ничьи – это другой вопрос. Есть ничья сродни победе, а есть ничья сродни поражению. То есть формально на табло счет там 3-3, но для кого-то эти 3-3 – это как победа, а для кого-то эти 3-3 – как поражение временное. А вот дальше уже начнется вопрос, как делать так, чтобы вот это было окончательное решение, потому что ну, я когда слышу там… Справедливый мир заключается в том, чтобы разгромить врага и продиктовать ему унизительные условия мира. Ну хорошо, разгромили Второй рейх в 18 году. Там жесткие были условия для Германии поставлены. Демилитаризация Рейна, там Рура, так индустриальных регионов. Сокращение армии, кстати говоря, очень сильно, Бундесвера. Так, или Вермахта тогда еще, по-моему, назывался. Но это привело только к усилению, или точнее, появлению, а затем и усилению реваншистских настроений. Ну и так далее, и так далее. Закончилось это Второй мировой войной. Поэтому вот это интербеллум, говоря так, между Первой и Второй мировой войной, это было всего там, что там, давайте, 17-й год, 18-й год, а 39-м год, 20 лет. И новая война, и большая, еще более разрушительная. На это никто не пойдет сейчас. Европа не готова. Такому варианту никто не готов к разрушительной войне. Так что это несправедливый мир, это будет мир, который будет временным, и который будет плодить разного рода реваншистские новые политические силы, как внутри, так и реваншистскую внешнюю политику. В общем, это опять ситуация временная. А вот если говорить о конференции, которая может закончиться этим всем, то правильно это, скажем, должна закончиться какой-нибудь конференцией по европейской, прежде всего, безопасности. Война не выходит за рамки Европы. Она европейская война, хотя активно участвует там Бразилия, Китай, Индия, потому что последствия большие в этой европейской войне для экономики, потому что ну, торговые партнеры таких государств, как Бразилия, Индия, Китай и тоже та же Европа, тоже страны Европейского Союза. Ну, не говоря уже, что Иберо-Америка, то есть Латинская Америка, у нее достаточно плотные как экономические, так и гуманитарные связи с Испанией, там, Португалией, как ну, родственные, скажем так, культурные государства. Поэтому на поле боя это все решаться там. Понятно, что поле боя важный фактор. Но все-таки ключевые решения будут приниматься не военными, и даже не дипломатами, а большими политиками, большими дядями, джентльменами за 70, 70 плюс. Потому что люди мудрые, опытные и понимают, что война – это не игра, это прежде всего кровь и страдания. Это прежде всего кровь, страдания, смерть, насилие, катастрофы, разрушения и так далее. А не компьютерные игры. Ну, сейчас молодое поколение, оно выросло на компьютерных играх, и оно как бы рассматривает это как некий род такой увлекательной стратегической игры. Вот это первое,
А начнется это все, думаю, осенью. Эта конференция, она же где-то будет в конце лета, начало осени. Там подоспеет выборы США, президентские выборы, независимо от того, кто выиграет, кто проиграет, Байден или Трамп, все равно. Это будет идти на спад, потому что будет новый мандат и будет более свободным в самом выборе или Трамп, или Байден. Поменяется Сенат. И там, кстати говоря, нужно будет что-то делать и по выборам Верховной Рады Украины, потому что проблема, понятно, что она надуманная, но все-таки ее дальше будут активно раскручивать, и может там к осени она как-то будет более сильно проявляться. Ну а дальше пойдет мирный процесс, который должен закончиться, ну, каким-то соглашением о европейской или евразийской системе безопасности, как европейской, так и с учетом и так далее, и так далее. Да, Вадим, ну, в общем, один момент только, сейчас буквально, чтобы завершить это. Знаете, опасно в мире, когда кто-то имеет относительное преимущество над другими. У него возникает иллюзия вседозволенности, что его там система безопасности или его влияние, или его сила и так далее, она может проецироваться на другие пространства, отсюда и возникает вот это там, стремление решить вопрос силовой политики. Лучшей системой для мира является паритетная система. Вот, например, биполярная система, которая была. Соединенные Штаты Америки имели свою сферу влияния, СССР имел свой блок. И все сдерживали друг друга, понимая, что в одностороннем порядке разрушить сложившуюся структуру после Второй мировой войны и даже холодной войны невозможно. Поэтому холодная война – это про мир. Как называют ее холодной войной, но это про мир. Поэтому не случайно представители школы неореализма международных отношений Геддис, Мершаймер говорили, что вот этот период с 1945 по 1991 год это период не холодной войны. Это период длительного мира. И не случайно был такой футуролог французский Фурастье. Он говорил о золотом 30-летии. Вот начиная где-то с середины 60-х годов до конца 80-х годов и начала 90-х годов. Самые были лучшие времена. Золотые времена для мира, для Европы особенно. Ну, в мире шли войны, прокси-войны, там Вьетнам, конфликты и так далее, но Европа жила-то в самом лучшем своем периоде. С социальной точки зрения, культурной точки зрения, художественной, ну, кинематографической, литературной, экономической и с точки зрения, скажем так, безопасности. Несмотря на то, что ядерное сдерживание, гонка вооружений, это была эпоха длительного мира. Почему? Потому что был паритет. И вот я думаю, к такой паритетности мы подходим. И это неплохо. Это как раз паритетность, и вот это ничья. Потому что нету, скажем так, решающего какого-то фактора, который бы склонил чашу весов в свою пользу. Ну, с учетом многих факторов. Так вот, вот эта паритетность, это ничья. Это залог будущего длительного мира. Если этого не будет, значит, это будет дальше серия войн. Небольших передышек между войнами и серией войн. Да, Вадим Юрьевич, я, конечно, могу сейчас схлестнуться с вами в баталиях по поводу... Давайте, ну так по поводу ничьи и паритета, потому что давайте. Мы взяли очень интересную рамку «Россия и Запад». Но рамка другая, объективно говоря, рамка другая. Россия и Китай плюс некий Запад. Некий, потому что вот... Прямой сегодня такой фрагмент какофонии. Выходит Столтенберг и говорит, НАТО не будет, ну, собственно, ни войск, ни инструкторов, в общем, ПВО сбивать НАТО не будет. В общем, мы опасаемся, скажем так, втягивания НАТО, альянса в войну с Россией. А к вечеру Сырский появляется с сообщением, что подписал какие-то документы разрешительные. Французы едут, Вадим Юрьевич, инструкторами. И вот теперь давайте о паритете поговорим вот в таком разрезе. Прилетает на какую-нибудь базу, какой-нибудь учебный центр с инструкторами 2-3 ракеты.
гробы с инструкторами французскими поехали во Францию. Что будет делать Макрон, что будет делать Франция? Ядерная же держава. Ну, во-первых, для того, чтобы поддержать паритет, нужно найти какие-то новые ходы против России. Либо военно-технические, либо виды вооружений. Вот отсюда и спор. Сейчас Россия имеет преимущество на линии фронта. Она держит стратегическую инициативу. Она контролирует поле боя, интенсивность огневой мощи, ну и так далее. Поэтому надо паритет обеспечить. Поэтому паритет – это наше все, это цель. Не дать России выиграть, а Украине не дать проиграть. Не говорят о победе над Россией, а говорят уже то, что Россия не победит Украину, это есть победа Украины. Не дать победить России в Украине, это и есть победа в Украине. Так оно будет продаваться, вот увидите. Ну, живые, слава богу. Да. Ну, сохранились же. Вот и все. Это первое. Второе. Ну, понятно, это инструкторы, они ничего пока не дадут, посмотрят. Это же не сухопутный контингент. Это не сухопутный контингент. Да, насчет этого гробы могут пойти. Но России это, скажем так, в какой-то степени выгодно. Можно там поднять антивоенное движение, на этом поиграть перед выборами. Поэтому европейцы будут действовать это, в этом отношении очень аккуратно. У них все-таки есть общество. Есть конкуренция политическая. И есть другие взгляды. И между самими государствами Европейского Союза, например, там Италия. Вот там Крузетто, Сальвини, Таяни, это все, скажем так, соратники бывшего, Берлускони, так, бывшего премьер-министра. И Мелани вынуждена учитывать мнение своих министров, коалиционного правительства, партнеров. И она заявила, что никаких там разрешений направлять ракеты в глубину территории России, Италия против, она такое разрешение не даст. Но есть такая конкурентная политика, так? Не говоря уже, что денежный фактор, финансовый фактор, это же не так просто. Не так просто там ракеты произвести или там патриоты передать. Это очень большие деньги. В соотношении цена-качество это очень высокая цена. За одну ночь вот там 2-3 патриота по Украине, так, минус, когда вот последняя была ракетная атака массированная России по Украине, минус 2-3 миллиарда долларов. Для них многовато, для России, понятно, не накапливают, а что же надо накопить и сейчас. Одна ракета стоит 2 миллиона, одна ракета патриот произвести, ее надо месяц производить, Она производится месяц, и она стоит миллион, миллион-полтора, Значит, поэтому это как раз о паритете, что надо решить этот вопрос паритетный. Как он решается? Либо надо подняться на ступеньку лестницы эскалации, ввести сухопутный контингент. Нет, этого не будет. Вот это то, что Сырский подписал, это чисто символическое. Это символика. Приедут так, что их не было здесь. Либо там представители или там воинов, солдат, не знаю, как это, иностранного легиона, что они не воевали в Украине, не воюют. Это маленький контингент, они не все. Или закрыть небо, либо что еще, либо разрешить бить ракетами, атакамс там куда-нибудь, либо начинать там пускать дроны по объектом стратегического назначения Российской Федерации, как это тоже кто-то начинает делать, или, по крайней мере, Россия, мне кажется, не случайно поднимает этот вопрос. А либо паритет искать если вы не можете военным путем обеспечить паритет, тогда у вас есть переговорный стол. Если вы боитесь гробу, которая появится, так, особенно в преддверии там выборов, хотя выборы уже вот сейчас, 9 числа, так, Европарламент или потом и так далее. Значит, тогда переговорные в этом добились военного паритета по вооружениям, по личному составу и так далее. Кто выиграет в этой ситуации? Кто и что дальше будет? Хорошо, Россия будет продолжать свою тактику истощения ресурсов Украины. Это ее стратегия. Она же не наступает, смотрите. И она наступает очень робко, без всяких героических, дерзких прорывов.
брусиловских там или каких-нибудь угодно других. Как Первую мировую войну или во Вторую мировую войну. Никаких танковых клиний. Ничего. И идет монотонная вот такая стратегия, причем разумная с точки зрения современной войны и отношения к живому ресурсу. И сбережению солдат. Так? Потому что солдат много не наберешься мобилизациями. Можно провести частичную мобилизацию, но это не будет мобилизацией общества. И мобилизация населения, как у нас. Мы должны были провести частичную мобилизацию, но не мобилизацию населения. Или общественную мобилизацию, чтобы это, скажем так, в обществе создавало на ровном месте фактически, ну, хотя не на ровном месте, но избыточные внутренние напряжения. Общественные, политические, психологические противоречия, антагонизмы. Так вот, они истощают ресурс все время. Мы собираем, они истощают его. Они собирают леопарды, они истощают их. И вот надо посчитать, а сколько можно истощаться. Что это дает, в принципе? Можно просто полностью склады советским оружием в странах Европы или Восточной Европы, так и Центральной Европы, можно полностью, так сказать, их оттуда, эти склады, сделать пустыми, опустошить. Дальше можно давать там другое оружие, которое уже является оружием западного ВПК, там, американского или там Рейнметалл немецкого. Но что дальше? К чему дальше это идет? Если понятно, что оккупировать Украину невозможно. Невозможно ее оккупировать, она большая очень. Подавиться можно. А так что вы делать будете с этой территорией? Как вы управлять будете? Вот вы оккупировали, да, подождите. Как вы будете ей управлять? Как-то же управляются с 20%. Ой, вот о том, именно что как-то же. Во-первых, там население другое. Оно скажем так, по отношению к России другое, чем, например, в центре Украины или там на западе Украины. Это сейчас это очень важный момент сейчас. Да, да. Какое да. другое население? У нас же украинцы все равно. Ну как, там все-таки больше российское, там больше российского, скажем так, идентичного населения, которое ближе к России. Ну, Херсон, Запорожье. Причем на Донбассе там вообще, скажем, давно уже 10 лет фактически создали новый этнос, так, какой-то своеобразный там или субнациональный. Это уже русские люди. Не русскоязычные украинцы, а русские люди. А с Херсон, Запорожье там еще много очень остается. Скажем так, и вынуждены, люди не хотели покидать свои дома, вынуждены адаптироваться к этим администрациям. Крым тоже особые. Так? А если взять дальше, давайте двигаться дальше, там, по Харькову, по Запорожью. Я не говорю уже там про Киев, я не говорю там про Волынь, Львов и так далее. И Киев. Как вы управлять будете? Надо иметь лояльное население, лояльную эффективную элиту, которой бы было доверие со стороны нелояльного населения. Это не Янукович. Янукович. Ну какой Янукович? Кто его сюда привезет? Кто его слушать будет? Кому он нужен здесь? Он же, надо же, чтобы к нему доверие было какое-то среди населения, ну понятно. Глупости пишут там всякая конспирология, что Янукович прилетел в Беларусь и так далее, теперь его готовят на Украину. Но они тоже не дураки, не пост. Не верите вы, Вадим Юрьевич, в Януковича. Не, ну не дураки же все-таки Путин и Лукашенко при всем при том, но они же не посты, не дураки. Ну честное слово. Поэтому кому и что делать этому Януковичу, с кем тут работать? И кто с ним будет работать? Поэтому ситуация следующая, я к чему это говорю? Что можно танковым ударом там и так далее захватить территорию, удержать ее невозможно. Поэтому они не будут этим заниматься. Их задача же не в этом заключается. Мы же говорили с вами неоднократно, это война не за территории, а за геополитическую международную идентичность Украины. Либо она в НАТО, в разделенном каком-то варианте, там 20%, либо она нейтралитет, внеблоковость и так далее. Ну и все. Да, там уже вопрос территории, он решается по-разному. Ну давайте, мы сегодня можем сказать, что это, ну ладно. Ну вот возьмите Грузию. Как они меняют сегодня свою модель государственного строительства с расчетом на то, как заявил премьер-министр Кабахидзе, что
30-му году они собираются в той или иной форме вернуть Абхазию и Южную Осетию. В переговорном процессе. Возможно, это будет модель конфедерации. И в России тоже могут рассматривать этот вопрос, скажем так, я бы сказал, формула. Суверенитет в обмен на нейтралитет. О чем он формула, а? Все может быть. Через 20 лет, через 10 лет. Так оно, кстати, в Стамбульском договоре было. Еще раз говорю, формула. Суверенитет в обмен на нейтралитет. Или нейтралитет в обмен на суверенитет. А можно оставаться в разделенном состоянии. Там, ну, отрезали там 20%. Но вы учите, это вам не корейский сценарий. Что там и там корейцы. А там будут жить русские уже. Да, которые забудут свои украинские корни, потому что они там и были, скажем так, слабенькими эти корни украинские. Потому что это, если взять историю Российской империи, Советского Союза, то административные границы и так далее – это одно. А границы культурные, политические, там, геополитические, исторические – это другое. И это просто будет все. Это никакая там не Корея. Потому что, когда говорят о модель немецкая ФРГ ГДР или Северная Южная Корея, то тут была какая модель? Один народ, два государства. Один народ, два государства. А здесь, когда мы говорим, там, Донбасс, Крым, Запорожье, вот часть Запорожья и Херсона, это будет два народа. Через 10 лет это будет два народа. Донбасс уже 20 лет будет жить по другим. Это будут два народа. Все, кто уедет оттуда, они будут украинцами, украинским народом. И те, кто останется там, они не будут украинцами. Это не та модель. Никакого тут корейского сценария я не вижу, ни немецкого сценария. Потому что культура, история и так далее будут разными. Там будет советская, русская, имперская, а тут будет другая какая-нибудь. Так, национал-освободительная, там УНА, УПА и так далее. И ПЦУ, а там РПЦ. Поэтому еще раз говорю, что, ну, в принципе, модель может быть какой? Вот как сейчас, собирание... Обмен территорий на нейтралитет, например. А целостность в обмен на суверенитет. Не сразу, но постепенно это может быть. Модель вот так уже, да. Я смотрю, Грузия по этому пути двигается. Там Молдова начинает там тоже смотреть эти варианты. Почему? Потому что маленькая Молдова без Приднестровья, это, пожалуйста, придаток Румынии, и через некоторое время это будет Румыния. Да. Руманизация полная. А с Приднестровья они сохраняют шанс на молдовскую идентичность, а не румынскую. Отлично от румынской. Да, здесь с вами не поспоришь, действительно. Модель интересная, но вы на такой очень тонкий лед заходите, когда говорите, что там уже русские. И по корням, и по слабости, силе украинства на оккупированных территориях. Ну так погодите, а в Одессе сильное украинство? А в Николаеве? Ну, то есть, это очень, скажем так, такой момент. Достаточно тонкий. Нет, смотрите. Ну, север, нет, может быть, север Луганской области был украинский-украинский. Ну, вы знаете, например, да? Вот. Да. Донецкая были тоже. В селе были, да. В селах были. Но территория-то где сейчас? Административные границы или государственные? Или рубежи где находятся? Фронтир. А если добавляется административная власть, которая использует культурную политику для того, чтобы... культивировать ту идентичность, которая соответствует, ну или так, культура, идентичность, язык и так далее, которая соответствует административным границам, понятно, это улучшает. Поэтому, тем более, смотрите, может быть там и говорить на каком-то угодном языке. Кубань, посмотрите. Она же была украинской 100 лет назад. На украинском языке говорили, да, казаки вольные были. Расказачивание проводила советская власть, расказачивание. Тихидон читайте. Поднятой целине уже не было такого. А Тихидон. Это же политика расказачивания была тоже. Потому что казаки считались отдельным субэтносом. А теперь они русские. А теперь они с папахами бегают, с лампасами этими казацкими бегают и воюют против нас. И воевали с 14-го года. Так и тут. Время пройдет и все. Потому что будет административная граница, а культуры близкие. Украинская и русская культура близкие. Одесса русскоязычный город. Ну, больше там украиноязычных языков. Но она-то в территории Украины, административная граница Украины. Власть украинская, ну, выборная там, невыборная и так далее. Но это же как бы украинская власть.
Главная задача этой власти, чтобы тут не было перекосов в гуманитарной и культурной политике, понимая всю историческую особенность Одессы. И вообще это Одесса важный город с точки зрения русской истории. Почему? Потому что история у него такая. Это надо понимать и принимать. И Одесса, она такая почему? Потому что у нее тоже особая история. А во-вторых, когда-то же Екатерина II хотела сделать ее столицей империи. А почему? Потому что все столицы это были порты южных морей, теплых морей. Петербург это холодное море, холодный город. Поэтому греческий проект Екатерины был основан на том, чтобы пробить коридор на Черное море и сделать Одессу вот таким, скажем, столицей теплого моря. Потому что посмотрите, все столицы европейские, более-менее, так? Вот, кроме Берлина, это все-таки теплые моря, или морские порты. У нее не получилось. Не успела и не получилось, и хорошо, что не получилось. Одесса сегодня, сейчас скажу, русскоязычный город, и не только русскоязычный, и украиноязычный, но в государстве Украины. Вадим, не могу сказать, что это украинский город, в смысле по культуре только. Он украинский по принадлежности территориальной, по административной, политической и правовой юрисдикции. Но культура в нем смешана. Давайте на полшага вернемся назад, потому что подводя к моделям, да, вот формуле суверенитет, обмен. Да. Давайте тройственная формула решения конфликта или войны. Паритет, суверенитет, нейтралитет. Да. Подводя к этой формуле, вы говорили, что первый шаг – это прекращение огня. Зеленский четко дал понять, почему это невозможно. Кто-то из лидеров ему говорил, Зеленский кто не признался, говорит, а давайте прекратим огонь, остановимся, потом будем что-то решать на дипломатическом уровне, но стрелять не будут. А Зеленский говорит, не можем, потому что подойдет тяжелая техника, и для Украины это опасно. Кто даст гарантии, что эта техника там уйдет или там не будет стрелять, или что будет, не пойдет она дальше? Так режим же прекращения огня, она стрелять не будет. Но если договорились, значит, тогда Россия нарушает режим прекращения огня. Значит, нет никаких переговоров. Тогда даем разрешение на то, чтобы Украина имела право бить этим западным оружием, западными ракетами в глубину российской территории. Как? Понимаете, разбили в пух и прах, и военные тоже эту конструкцию Зеленского, что там, мы же тоже подведем технику в режиме прекращения огня, мы же тоже не будем сидеть смотреть. Саша. Почему так говорит Зеленский? Зачем ты меня, подвигаешь на... Я не хочу слишком эту тему трогать, я тебе сказал. Если ты нарушаешь режим прекращения огня, с тобой никаких переговоров. Но я вам здесь уверяю, что России нужны тоже переговоры. Им надо остановить войну. У них задача какая? Еще раз говорю, задача, это же война не про территории, а про геополитическую идентичность Украины. Если там будет нейтралитет в какой-то форме и так далее, это решаемый вопрос. Единственный нерешаемый вопрос – это вот эти 20% территории. Но на него тоже есть разные варианты. Я уже говорил, Абхазия, Южная Осетия, Грузия и так далее. Я других, Молдова могу привести пример, там, и ряд других примеров. В мире это вопросы, решаемые со временем. Это вопросы для переговоров, а не для пушек. Это вопросы по маслу, а не по пушкам, если уже так использовать это выражение. Вадим Юрьевич, войну по осени считает. Цыплят же по осени считают. Цыплят военных. А какой мы к осени страной будем? Я просто смотрю по, прогнозам, причем таких дельным прогнозам, таким материальным прогнозам, что света будет не хватать, блэкаут, то есть электричество будет дороже в два раза, длиннее будут отключения света, потому что проблемы. Налоги выше. Курс доллара, мы видим, что с курсом доллара происходит. Так это еще лето не началось.
Так а к осени что будет со страной? И какими мы подойдем с точки зрения государства к осени, к вот этим переговорам? Ну, вы смотрите, что мы истощаемся как государство. Вот я буду проводить встречу, пусть закрытую, там, через институт Бортника. Когда он предложил мне тему какую-то, ну, я не люблю банальные темы, я сказал, ну, предложил такую. Рождение государства из духа и состояния войны. Опыт европейский, потому что вся европейская Европа, она вышла из войн. Религиозные войны или 30-летняя война 1618-1648 год. Версаль, ну, суверенитет, так? Господи, Вестфальская система. Наполеоновские войны, революционные войны, когда массовые армии появились. Первая мировая война, Вторая мировая война. И масса войн были там. Крымская, российско-турецкая, Австро-Венгрия против Франции, ну и так далее. Пруссия и прочее. Это все государства, которые вышли из войн. Посмотрите на границы послевоенные. На границы сегодняшней Европы. Это же послевоенные границы 1945 года. Опыт постсоветских государств. Смотрите сейчас. Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина. Из духа войны, состояния войны. Но это отдельный вопрос. Я как бы исхожу из военно-налоговой теории государства Чарльза Тейли, известного американского социолога и политолога. Вот, давайте, есть такая теория. Давайте сделаем ремарку, что кому интересно, появляется. Да, подписаться, там есть, по-моему, открыли. Да, это вот. Сайт, поэтому переходите, интересуйтесь. Да, вот. И он говорил, война строит государство, государство строится на войне. Войны проигрывали те, у кого не было денег. Влазили в долги, вроде обремененные были долгами, потом выплачивали эти долги в домах, дома Ротшильды, торговые дома Ротшильдов, например. Вот они оттуда начинали. Так, вот эти. У них монархи брали кредиты на войну, потому что надо было армию создать, надо набрать ее, обуть, одеть. Тем более были наемные армии еще, а не массовые мобилизованные армии. Так вот, надо где деньги взять на войну? Мы истощаемся. Ну, дают нам деньги Европа, но она тоже вечно давать не будет. На быструю победу дали бы, но не было быстрой победы. И не будет быстрой победы. И вообще победа очень условное и относительное понятие. Мы же не буду возвращаться. Да? Потому что победа – это ничья. Понимаете, когда вы выходите играть с какой-нибудь командой выше класса, то для вас ничья – это уже победа. Это тоже надо признать. Слава Богу, не проиграли, сохранились и пошли дальше учиться, чтобы попасть в высшую лигу, премьер-лигу. Так вот, истощаемся экономически. Где деньги брать? Люди не могут жить партизанским лагерем. Большая страна, хорошо, не 40 миллионов, ну 30, хорошо, 30 миллионов. Я не знаю достеменно, какая цифра, но 30 миллионов сойдемся, да, более-менее нормально. Но не могут 30 миллионов человек жить. Да. Да. Тем более, что мы людей воспитывали-то 30 лет как? Что они должны жить как в Европе, что они должны быть свободными, они должны хорошо жить, потреблять, проводить время, быть в комфорте. Всегда программы партии писали как? Обеспечить комфортную жизнь, комфортное государство. А теперь что-то все забрать и сказать, ты должен жить без света, ты не в землянке, на 20 этаж. Вот у меня один приехал товарищ с Америки, так? Говорит, я побегу, потому что там где-то он живет, на 20 этаж без лифта идти. Американец, с ума сойти, с Нью-Йорка. И вот и все. Так это, мы не можем, люди хотят жить. Это вот сейчас же культ жизни. Культ смерти это было лет 200 назад. Или Первую мировую войну. И то, Первая мировая война так ударила, так шибанула по сознанию тех же французов и немцев. Но немцам не так, а французам. Сказали нет. И война – это постоянное унижение, как говорит один литературный герой одного из романов. Так? Француза. Ну, сейчас не помню уже автора.
как запомнил. Война – это постоянное унижение, когда он 4 года в окопах там. Война шла. Поэтому мы же культ жизни. Для чего политика? Для того, чтобы людям дать жизнь лучшую. Всегда же политики клянутся, говорят, я там приду и дам лучшую жизнь. Мир. Вы будете меня получать это. Никто же не говорит, что я вам приведу, приведу к войне. Вы не будете плакать. Да, да, кстати говоря, это тоже, да. И как? Значит, надо... Я просто удивляюсь. Что за народ, честно говоря? Что-то политики говорят, у нас не хватает 300 человек, который народный депутат, который у Сивковича был помощником когда-то. Теперь он учит, как жить. Говорит, я не буду фамилию говорить, известный человек, я не хочу на личности. Я тут не без личных претензий, я просто как пример. Говорит, нам не хватает на войну в бюджете, уже свертся нам в бюджете, 300 миллиардов гривен. Поэтому у нас один выход – поднять налоги. Ну, подождите, уже и так люди военные сборы сколько платят, так и так, и донатили, уже и донатить нечего. Понятно, может, депутату, это ну, как бы ну, депутат, человек, наверное, обеспеченный. Ему, наверное, это не… Ну, посмотри на людей, ну, ты же должен быть эмпатичен, эмпатию к людям проявлять, сочувствовать им без ясной цели в войне. О чем цель в войне? Какую-то ясную цель поставил в войне, будучи еще когда-то депутатом, помощником народного депутата Сивковича. А нельзя подумать, что у нас только есть два выбора. Нет альтернативы, надо налоги. А почему нет? Альтернатива всегда есть. Давайте думать о мире тогда, как выйти на переговорную позицию, как искать другие варианты. Почему об этом не подумали? И так же по каждому. Ну не могут люди все время жить под обстрелами, под этим. Ну, Харьков это вообще как бы... Да, конечно, мы тут, чтобы не было никаких перевертышей, так, или перевернули акценты, переврали, что тут как бы мы виноваты. Нет, это обстрелят Россию и так далее. Но, значит, тогда надо выходить или полностью закрыть Харьков, небо, чтобы туда не попадали ракеты, и сделать так, чтобы этого не было. Либо, ну, скажем, давайте искать какие-то другие варианты. Не военные, но надо обеспечить людям мирную жизнь. Либо военной победой, либо ничьей. Как я уже говорил, так? И так по каждому. Ну, мы же людей, вот вы говорили, там, доллар и так далее. А люди погибают. Мирные, мобилизованные, которые не очень хотят. Ну, понятно, там, добровольцы. Те, кто идет осознанно, и те, кто неосознанно хватают. Мы теряем людей, извините меня, мы теряем время. Мы приходят, наши государственные институты приходят... Состояние бездвижности. Почему? А какое управление? Ты получаешь деньги в Европе. Оружие ты получаешь из Европы. Ваше дело только воевать. А управлять научиться тут или нет вообще-то? Надо еще же научиться управлять. Сложным хозяйством экономическим. Экономика. Это никого сейчас не интересует. Всегда такая компанейщина. Даешь миллионов дронов, даешь миллиард деревьев. Вот такие как компании, лозунги и так далее. Нет. Так государство управляться не может. Социальная структура меняется, посмотрите, вымывается демографическая структура. Семейные структуры начинают растворяться. Там начинают уже жить жены, дети, в школу уйдут. Я хочу... В школу уйдут. Я прерву вас. Это самая, ну вот, одна из самых таких острых проблем сейчас, потому что разводов куча, женщины не хотят возвращаться, мужики здесь, Ну, правильно. И все. То есть мы... Все, да. А дети там остаются, они уже в школу идут, потому что кто говорят, мы построим вам подземельные школы. Вы что? Дети подземелья? Да. У кого это было? У Достоевского, да, по-моему? Дети подземелья. Нет, мы построим подземный город. Вы что, с ума сошли? Но один мэр говорит большого города, о котором я уже говорил, не хочу, я не по личной знаю этого человека, а не хочу. Но когда я это смотрю, нам не хватает, вот надо инвестора еще, 200 миллионов евро. Построим подземный город, там будут парки, ТРЦ. Ну вы что? Я понимаю, подземные военные заводы, это понятно. Но если вы на полном серьезе говорите о подземных школах, вы что, хотите всех людей под землю или как? В ад? Не на небо, в ад туда, преисподнюю или что? Это что, мне это, Данте? Да. Да, как там начало, это его, забыл уже. Так? Ну, преисподнюю. Ну, честно слово, это библейские какие-то сюжеты появляются. Знаете, всякие гиены огненные и прочее, прочее. Но это уже как бы, знаете, я начинаю уже на библейский манер уже смотреть.
Я иногда думаю, а люди адекватные вообще или нет? Они адекватные, типа, ну, как люди хотя бы. Уже, я же про политиков уже говорю. Нет, уже нет. Ну, так вот, вот это самое главное, чтобы государство, оно меняется. Понятно, что у нас социальная структура поменяется, политическая структура меняется. Социальная структура олигархов никогда уже тут не будет. Все. Это будет другая социальная структура, я не знаю, какая. Ну, Владимирович, ну, будут. Но тоже, тоже, смотрите, если мы дальше идем по линии, ну, скажем так, дальнейшего военного противостояния с Россией, мы можем делать это только за счет Запада. Значит, мы уже сейчас получаем бюджетные деньги Европейского Союза, и мы уже включены в их бюджет. Бюджетная интеграция, она уже произошла. И так дальше будет постепенно-постепенно, что мы не опомнимся, как у нас ничего не будет, кроме того, что у нас будет земля, которая будет служить Европе. И вот такая будет у нас евроинтеграция. Это очень важный момент. Мы не видим, как война меняет постепенно-постепенно государство. Причем может быть так, что государство, наоборот, может провести соответствующие реформы, поднять свой ВПК, изменить экономику, вычистить там всякие колонны, 6-е, 5-е, 10-е, 12-е, поменять социальную структуру, убрать олигархов, сделать их патриотичными и так далее. А можно наоборот, что просто живем на иждивении таком военном, и все время дай, 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 мы это... Но, во-первых, у них тоже как бы есть свои пределы. Как сказал Шольц в субботу, мы достигли, цитирую, пределы возможностей. Но это же не я придумал, сказал. У меня вырвалось, я вспомнил, это же он говорил. Пределы возможностей предоставления военной помощи Украине. Ну, правильно, надо что же? Надо возвращать, надо еще войну закончить тем, чтобы вернуться к полноценной мирной жизни, не просто жить вне войны, а научиться управлять послевоенной обстановкой, послевоенной ситуацией. Это восстановление. Это воссоединение семей, восстановление территории, восстановление экономики, восстановление облагораживания территорий, обновление политической системы, конституционной системы, ну и так далее, кабина, потому что мне еще война с этой, то есть помимо разрушений, смертей и того, что потеря территории возможна дополнительно к этим 20%, меня еще война вот тревожит с этой точки зрения, что мы теряем вот эти фундаментальные основы государственности, государственного управления. Это очень важный момент. Чтобы быть не просто, так сказать, влиться туда, войти на каких-то, скажем так, комфортных для элиты, возможно, условиях. Элита получает там места в Европарламенте, Еврокомиссии, кого-то возьмут там каким-нибудь помощником генсека НАТО. А люди что? Куда им деваться? Ну хорошо, половина, ну может не половина, но одна треть Украины живет за рубежом сейчас. У кого были квартиры куплены, у кого дома, у кого дети уехали, кто беженцы и так далее. Но они ждут вернуться. Но если не будет этот вопрос решен в течение там, буквально месяца или, по крайней мере, полгода, вот, они не вернутся сюда. На пепелище никто не хочет возвращаться. Да. Извините, я знаю, что вы не любите это. Вы так чуть-чуть срезали. По поводу... Откуда вы знаете, что я люблю, что я не люблю? Нет, ну, вы сказали, что вы не любите. Но я все-таки вынужден. Я не люблю фатального исхода. Зеленский говорит, что у нас... Самая демократичная, потом, правда, оговорился, одна из самых демократичных стран. И тут перед глазами ТЦКшники, хватающие, засовывающие в бусик людей. Вон сейчас редактора, да, «Экономической правды» искали сутки. Белгород-Днестровский, Одесская область, непонятно где, что. Это просто вообще какой-то был ужас. Подняли хай. Это Денков, да, главред. Главред «Экономической правды». Нашли вот к вечеру, как раз во время нашего эфира, сообщили, что нашли. Он вышел на связь, сказал, что отправляется в армию. Мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК, и я скоро присоединюсь к подразделению, внимание, в которое хотел еще до этого инцидента. Это лучший для меня вариант, добавил Денков. Понимаете, да. Когда ты сутки без связи находишься в ТЦК и ищешь общий язык, главред «Экономической правды», через сутки ты находишь себе нужное подразделение. Ну, правда же демократия?
Да, это же, ну, экономическая правда, это же укрправда. Украинская правда. Да. Смотрите, демократия вещь такая, она, ну, скажем, форма у нее. То есть надо тоже понимать, демократия, возьмите европейское государство, там демократия или нет? Но там сильное полицейское государство. Не полицейщина, а полицайштат. Это административное государство. Там власть закона достаточно сильна, если ты его нарушил. Демократия? Да, демократия. Но власть закона там, извините меня, власть права, если ты выходишь за рамки и нарушаешь этот закон, там демократия не решается, наказать, не наказать. Есть закон, есть процедура, и решают. Поэтому, когда мы видим, мы часто принимаем за демократию в Украине, своеволие, произвол, ТСКшников, каких-нибудь активистов уличных, каких-нибудь просто времяпроводителей. Когда мы принимаем часто за демократию волюнтаризм, принятие решений. Или кричалки там на площадях, на Майданах и так далее. Это не демократия. Можно сказать, что мы самая анархичная страна среди развитых стран Европы. Это анархия. Когда порядка нет, нету конституционного порядка. Но это же говорит о том, что нет конституционного порядка. Я понимаю, война и так далее, и так далее. Но для этого и надо вводить военное положение и четко обозначить, что ограничивается, какие права ограничиваются в медиа, личные права или политические права. Ну, свобода слова ограничена, да, но это политические права. Военная цензура, например. И личное право, в чем они ограничены? В основном закон очень жесткий. Потому что вот такие ЦСКшники, они подорвали веру в мобилизацию. И как можно с таким настроением тогда воевать? Это, поэтому это на самом-то деле не... Это детская болезнь левизны, когда-то было там в коммунизме, один товарищ написал, декоммунизированный. А это, я сказал бы, уже не детская болезнь анархизма в украинской демократии. И война, она не усилила строгость с дисциплиной, она, наоборот, усилила анархизм. Она не усилила, Ковенавский сейчас не усилил дисциплину, потому что откупаются всякие подпольные ночные казино, клубы и так далее. Всякие коррупции, всякие блатные номера, блатные пропуски. Это что? Усилило дисциплину государства? Нет. Война должна усиливать дисциплину государства. Если это военное положение, дисциплина, комендатуры военные, военная полиция, юстиция. Ну вот наш и ваш известный спикер, трижды генеральный прокурор, Искун, Святослав Михайлович, говорил, много говорил, что ходят какие-то люди в военной форме и так далее. Кто они? Я не знаю, кто они. Их должны с какими-то шевронами, у каждого свой шеврон. Ну как это? Должен быть, ну... Поэтому вот это знаете, анархия своеволия, произвол, волюнтаризм, отсутствие системы, отсутствие государственной дисциплины в широком смысле этого слова. Вот это не демократия. Демократия имеет две вещи. Просачивание общества государства через демократические процедуры избрания, парламентского контроля над вооруженными силами, силовиками и так далее. А с другой стороны, просачивание государства внутрь общества. Потому что дисциплина должна быть тоже на дорогах, при комендантской годыне и так далее. Поэтому, понятно, давайте так это скажем. Украинский анархизм столетней давности. Вот как ни странно, война способствовала не тому, чтобы его уже окончательно задавить и создать вот эти условия для устойчивости институций государственных дисциплины. Ну, врага надо учить, между прочим.